Я хочу задать вопрос. У меня муж 3 года назад очень сильно влюбился, оставил меня с ребенком и женился. Вот. И это значит, что вы не развились. Вот ваша семья не была развита до такого уровня, чтобы в ней появилась совесть. Это касается всех, у кого такая ситуация произошла. Допустим, у вас была семья, был муж, он влюбился и бросил вас с ребенком. Это значит, что вы не развились до такого уровня, чтобы в семье, в отношениях появилась совесть. Есть невежественный слой жизни, есть страстный, есть благостный. Только в благостном слое, где люди работают над собой, появляется у людей совесть. Пока люди живут просто для детей, для семьи, для дома, а возможность сохранить семью практически очень мала. Кажется, что у нас все хорошо, зачем бросать? Но вы поймите, это все хорошо заканчивается циклическим влиянием времени. Приходит время, и у человека пропадает чувство. А так как мы живем чисто чувствами, то есть нам нравится вот это наслаждаться человеком, и это наслаждение всегда заканчивается у всех. И когда наслаждение человеком заканчивается, человек думает, ну что я буду здесь время тратить, я же хочу наслаждаться, мне нужен другой человек. И он находит этого другого человека, влюбляется и бросает тех, кому он обязан свою судьбу. И за это получает наказание потом в жизни. Я тоже все осознала. Вот, у меня сейчас, наверное, на третьей стадии, потому что он постоянно рядом с нами. И началась такая проблема, что его жена очень сильно ревнует ко мне, и к ребенку нельзя не позвонить, не задержаться. Ну, как мне правильно поступать? Потому что я иногда там подчеркиваю, боже, какой кошмар так поступать, как она поступает. Нельзя ребенку позвонить, я просто не хочу. Она боится за свою семью. Если дальше ваш муж будет контактировать с вами, то он к вам вернется. А она потеряет себе своего мужа. Как мне правильно поступать? Вам правильно защищать свою судьбу. Потому что иногда между людьми возникают конфликты на почве судьбы. И с этим ничего не сделаешь. Каждый защищает свою судьбу в этом случае. Она совершила ошибку, но вы не должны как бы думать, что ради просто ее счастье вы должны, ну, как пожертвовать своим мужем. Тем более, что на чужих костях счастье не построишь, и она совершила ошибку. И это значит, что очень маловероятно, что у них сохранится семья. Даже если вы хотите пожертвовать своей семьей ради ее, то даже в этом случае она не сохранится. Потому что и это значит, что вы должны молиться дальше, и ну, тянуть себе своего мужа и получать его назад. Просто ребенок очень сильно хочет, чтобы папа вернулся очень сильно. Мне не надо все это объяснять. Я вам сказал, что надо делать. Надо продолжать молитву до тех пор, пока вы не победите судьбу. Сейчас вы ее победили на 60 с лишним процентов. 62-63. 48 осталось или 38. Вот и убирайте все остальное. И он вернется тогда. Его уже потянуло к вам, значит, вы 2 стадии прошли, осталась 1, как вы правильно сказали. Ну вот доделывайте свою молитву, свой труд души. Все остальное не надо ни о чем размышлять, потому что это не ваше дело. Она совершила ошибку и будет наказана. Это Бог решает все, а не вы. Вы не Бог. Просто возвращает себе мужа и все. А пока она не является никем, она не является источником вашей судьбы. Поэтому мне не надо говорить, она не разрешает, она что-то делает. Перестаньте думать, что она. Поймите, что опять действует ваша судьба через нее. Продолжайте молитву. Придет время, и она потеряет свою силу влияния на вас, эта женщина. Зачем вам сейчас о ней слишком много думать? Вы таким образом разрушаете свою возможность победить. Она, думайте о своей молитве и отношении с Богом. Все, что вам человек причиняет, всю боль, которую он вам причиняет, она закончится. И вот на фоне этого, ну, я работаю вокруг очень много мужчин, я не могу просто общаться. Если вы хотите другого мужика, то тогда чего вам молиться? Я не знаю, на самом деле, чего я хочу.
Вот смотрите, помните, я вам говорил, на второй стадии, когда человек заканчивает вторую стадию, победа над судьбой, Бог ему покажет, ну, сделает, даст искушение этому человеку и скажет, и ты действительно хочешь вот этого? А может, тебе надо что-то другое? И вот она сейчас уже почти победила судьбу, так же, как молодого человека. Тоже, и Бог показывает и говорит, тебе это действительно надо? Смотри, есть другие мужики. Вот, один уже начал ухаживать, и она думает, ну что же делать-то, а? То ли к этому, то ли к тому. Больше отвлечённо вести полностью, прям ни с кем не общаться, ни по работе, ни вообще никак. Как неправильно поступать? А что вы хотите? Хочу счастливой семьи. Вот это неправильное мышление. Надо хотеть не счастливой семьи, а выполнять свой долг. А в чем у вас сейчас долг? Мой долг — быть хорошей мамой и быть достойной. Ваш долг — вернуть мужа. Вот возвращайте. Поставьте себе срок. Сколько вы хотите? Ну какой вы можете себе поставить? 5 дней? Какой? Год. Полгода, год. Ну, поставьте полгода. И вот полгода вы не смотрите ни на кого, молитесь со всей силы, пытаетесь вернуть мужа, искренне, честно. И если он начинает возвращаться, дальше еще срок ставьте, продлевайте. Он уже возвращается, у вас нет выбора, вы должны молиться, чтобы он до конца вернулся. И простить его. Потому что это ваша судьба, то, что он ушел от вас, а не его. Но если вы выберете этого человека, который вы сейчас приметили, то он просто Остап Бендер. Он любит флиртовать с женщинами, он с вами поиграется и бросит вас. Он вообще даже не будет семьи, он просто с вами поиграется и бросит. Это вообще не вариант. Вы роман хотите получить? Роман? Или семью? Тогда мужа возвращайте. Вот женщины молодцы. Чуть-чуть подфинтили, и все, и она уже мечтает. Там, сейчас у меня будет это. Вот, молодец. Ничего-то не так просто все. Ну, давайте вы, хорошо. Микрофончик дайте. А вы сядьте, где вы сидите, на свое место. А? Ближе микрофон, я вас не слышу. Очень сложная ситуация у меня в жизни. Я предала одного очень хорошего человека. Предала? Да. Зачем? Он меня очень любил. Он так сильно любил, что вы не смогли, да, рядом находиться? Да, он меня очень мучил. Вот, видите, это называется привязанность. То есть я сильно так люблю человека, что он не выдержит и уходит от меня, понимаете? Это вот так действует вот эта любовь. То есть кажется, это любовь. На самом деле это эгоизм. То есть я так сильно люблю, что человек не выдерживает. И он сказал мне, если тебя найдут, то он женится на ком-нибудь. И он женился. Ну? Ну, он меня еще любит. И женился на ней просто так. Он говорит, что он женится на ком угодно. На зло, да? И он теперь говорит, что он и хочет ко мне вернуться, но он типа пообещал, у него долг, он как бы ее не любит, но все равно он не знает, что делать, он не верит, он считает, что я его опять предам. Вы же не предали, вы просто не выдержали, правильно? Вас сил не хватило с ним находиться. Да? Он сильно вас так любил, что он вас замучил просто. Ну и зачем вам тогда с ним жить? Это безудержный человек такой, зачем это надо? Может, ему лучше вот такую женщину, которую он так не сильно так любит. Понимаете, вот эта привязанность, страсть — это не любовь. Это энергия любви действует, но люди, они начинают ее эксплуатировать, желать наслаждаться ей очень сильно. Это плохо. А? Забыть? Вернуть. Вернуть? А зачем? Он же женился, все.
Ну и что это его дело? Ну ничего, значит, вот он так решил. Он уже предал вас, а у вас не было семьи с ним. Зачем тогда вам сейчас его возвращать? Он выбрал женщину себе, дал ей слово, что будет с ней, дал такое слово. Зачем его возвращать? Моя хорошая. Нет, уже все, поезд ушел. Можно, но потом ничего не получится. Он будет обижен на вас все равно, он не простит вам никогда. Вот никогда не простит то, что произошло. Он не может прощать. Он так же, как сильно любит, так не может прощать. У него так психика устроена, он будет издеваться над вами. Вам это надо? А? Возможность? Вам придется очень много молиться. Ведете в депрессию эту женщину, она будет реально страдать очень сильно. Но она ни в чем не виновата. Потом он вернется и будет вас мучить. Будет бегать туда-сюда, потому что ему будет стыдно, что он ее бросил. Вам это надо все вот это? Или может быть уже успокоиться? Значит, нужно молиться. Вы верите в человека, да, а не в Бога. А надо верить в Бога, в этом ваш экзамен жизни. Моя хорошая, поймите, что я не желаю вам зла. Просто чувства иногда убивают человека. Видите, я молодому человеку сказал, он сам выбирает. Потому что у него все правильно произошло, но у вас сейчас все неправильно происходит. Человек уже сделал выбор, зачем вам пытаться сейчас его возвращать? Он искренний, честный человек, он сделал такой выбор, это его выбор, понимаете? Это не то, что вы виноваты. Это глупо вообще так мыслить, что я тебе назло женюсь. Он мне так сказал. Ну мало ли что он сказал. Ну хорошо, это его проблема, зачем вам теперь в это лезть? Если человек недостаточно разумен, зачем с ним связывать свою жизнь? Ну не хватает разума. Спасибо. Зачем вам с ним связывать свою жизнь, если человек не разумен? Все будет хорошо. У меня была такая же ситуация в жизни. Надо выбрать между человеком и Богом. Вот сейчас видите, три вопроса и все вот это об этом выборе. Видно, Господь хочет, чтобы я эту тему раскрывал. Потому что люди часто страдают. Стресс означает, что мы человека ставим выше Бога. Мы начинаем стремиться к человеку, мы пытаемся его достичь. Но на самом деле надо достигать Бога. Когда человек достигает Бога, у него с человеком все разъясняется, потому что у него успокаивается сердце. Вы сейчас стремитесь к своему жару в сердце, а не к человеку. Вам хочется вот этого, этой любви, влюбленности, понимаете? Этого вам хочется, а не человека. Вы не знаете этого человека. Бог вам с самого начала показал, что с ним не будет хорошей судьбы. Когда человек правильно выходит замуж или женится, у него спокойное чувство к человеку, страсти нет. Вот если спокойное чувство, это значит, будет хорошая судьба. Если сильная страсть, это опасно очень. Через эту сильную страсть всегда передается плохая судьба. Это как мотылек, он очень сильно любит солнечный свет. И летит на свет всегда, и он погибает всегда на свету, но ему свет очень нравится, он балдеет от него. Он летит на этот свет, ему так нравится, и там он погибает, потому что его обжигает этот свет. Так и человек, когда он начинает любить, очень сильно влюбляется,
это значит, что сердце этого человека сильно контактирует с сердцем другого, то есть очень сильно судьба передается. А судьба — это тяжелая штука. И, может быть, не надо, чтобы поезд судьбы так быстро шел. Вы можете все не переварить. Видите, он издевался над вами, и все, и вы это все терпели, и сейчас опять хотите назад? Садитесь. Я вижу, что было. Это ужасно. Он так издевался над вами. Нельзя так, какие отношения строить с человеком. Вы потеряли себя в этих отношениях. Сейчас привязались к нему, животная привязанность возникла. Часто бывает так, что мужчина, когда издевается над женщиной в половых вопросах, у ней появляется к нему животная привязанность. Это не человеческая привязанность, животная. Победите в себе животную привязанность. Ну вот женщина в розовом. Да? Да? А где девушка-то эта? Девушка назад за цветочком. Вам нужен цветочек от меня. Я вас слушаю. Мой хороший, это что, вы стоять 3 часа будете, что ли? Может, вы сядете просто на ступеньки? А? Что-то мне не нравится, что вы будете стоять 3 часа. Надо садиться, может, сядете? А? Присаживайтесь, куда можете. У кого есть свободные места? Поднимайте ручки, у кого свободные места рядом. Садитесь вот туда, на руку идите и садитесь. Кто стоит, там ручки подняты. На руку идите прямо и садитесь. Помогите всем рассесть. Это люди придут сюда, да? Тут 4-5 мест, 6 мест свободно. Еще, наверное, рано занимать все, еще 10 минут только. Сейчас сколько времени у нас? 10 минут 8, да? Только началась лекция. Я извиняюсь, что я вас прервал. Показательные выступления. И вот я собрала вещи, ушла и подала на развод. Вопрос, что делать дальше? Есть ребенок от первого брака? А первый что? Нет. В смысле, я молилась, каялась. Вы хотите 3-го мужика замучить? То есть вы Бога спрашиваете, где мужики дальше, да? Не надо 3-й теперь. У него мужиков, конечно, много, но как бы первого не нравится, второй не нравится, теперь 3-й.
Женщины, дорогие мои женщины, у вас психика сильнее, чем у мужчин, у всех. Мужика замучить вам не проблема. У вас психика сильнее, эмоции сильные очень. Мужчин ранит женские эмоции. Вот. И он наглеет, он звереет от этого, начинает кричать, ругаться от ваших эмоций. И когда женщина сильно хочет счастья личного, то она горит этим счастьем, то единственный выход — это думать о Боге. Потому что если вы будете дальше в таком сознании, состоянии пытаться создать семью, тоже, во-первых, вы не будете выбирать долго человека, потому что вам быстрее надо. Вот. Вы не разберетесь в человеке. Опять создаете семью, и потом дальше вам надо сильно много счастья от него. И он не выдерживает этого. Ну, то есть мужчины не выдерживают этого. Ни один мужчина сейчас, который бы смог с вами строить отношения, не выдержит вашего натиска психического, вашего желания счастья от него, не выдержит. Потому что очень сильно много вы счастья хотите. Чем больше человек хочет счастья от другого человека, тем больше он получает страданий. Так устроен этот мир. Вот я сильно, допустим, хочу семейного счастья. Это значит, я буду сильно напрягать близкого человека своим этим желанием. Женщина сильно счастья хочет, она напрягает мужа. Мужчина сильно от женщины счастья хочет, напрягает жену. И когда, вот как определить, плохая семейная судьба. Что значит плохая семейная судьба? Это значит, человек сильно хочет семейного счастья. И это значит, что у него плохая семейная судьба. Есть еще один вариант плохой судьбы, когда человек хочет, вот женщины часто одинокие, хочет комфорта, уюта, покоя, и напрягаться вот ради мужика не хочет, а замуж хочет. И это значит, что она не выйдет. Потому что она должна выбрать или комфорт, уют и покой, или аскезу семейной жизни. Но у вас другая ситуация, вы хотите в огонь, вы идете в огонь. Летите в огонь, вы хотите огня дальше. Как мотылек, он хочет огня, вы хотите огня. Опять гореть в этих отношениях вы хотите с мужчиной. Может быть, вам начать думать о Боге больше и молиться, чтобы успокоить свое сердце. Потому что если вы его сейчас не успокоите, опять будет то же самое дальше. И принесет вам только разочарование в личной жизни. Уже чуть-чуть принесло. Пока человек не начинает верить в Бога, он не может создать нормальную семью, потому что его психика неустойчива. Вера в человека приводит всегда к страданиям. Женщина, когда верит в своего ребенка, она становится, страдает, потому что он, ну, он ребенок не выносит ее, не переносит. И он начинает капризничать, гордиться собой. Ну, то есть он топает ногами, он не хочет, чтобы она была рядом с ним, потому что она сильно хочет наслаждаться им. Надо научиться отвязаться от ребенка, поверить в Бога. И тогда ребенок успокоится. Чтобы мужчина успокоился, нужно поверить в Бога тоже, а не в мужчину. И тогда мужчина успокоится. Помоги мне! Помоги мне. Вот вы получается говорите, что нужно любить спокойно. Как можно любиться спокойно, если ты напрягаешься, это же уже не спокойно. Вот это и есть вот знание, что если человек любит Бога, он в человека влюбляется спокойно, то есть спокойные чувства развивает человеком. Не жаркие, не яркие, а просто симпатия. Люди должны идти одним путем в жизни, а не гореть страстью друг к другу. То есть один жизненный путь в одну сторону, чувства более-менее спокойные, означает, что все будет хорошо. Но если чувства неспокойные, они горят, это значит, что жизнь будет тяжелая. Но даже в этом случае ничего страшного, если вы уже поженились. Ну терпите, вы же сами хотели этого. Но если вы еще не женились, не вышли замуж, и вы именно хотите сильного чувства, то это всегда одинаковый результат дает. Вам этого хочется? Нет. Тогда учитесь любить Бога.
Не надо сейчас думать о мужчинах. Будет то же самое. Есть просто система в вашем сердце, понимаете? Первое, почему вы сгорели? Вот потому что вы его сломали. Вы сильно много от него хотели, он не способен этого. Я объясняю, почему они все ломаются, потому что они слабее психически, чем женщины. Я же вам объясняю. Женщина в 6 раз сильнее психикой мужчины. И если она способна как по-доброму мягко с ним себя вести, тогда он не ломается. Но если она начинает каблучить, требовать от него счастья, он начинает становиться напряженным очень и начинает бить ее, издеваться над ней, ругать ее и так далее. То есть он не может с ней справиться. Потому что она хочет счастья от него, горит этим желанием. А психика у нее сильнее. И он не выдерживает этого напора. Так устроен этот мир. Поэтому женщина, она должна учиться служить мужу, а не гореть желанием испытывать от него счастье. Это противоположное чувство любви. Любовь нужно любви служить, а не требовать ее. И тогда человек становится счастливым. Но чтобы любви служить, нужно для этого наполняться любовью от какого-то другого источника. Если человек от Бога, от природы, от добрых людей наполняется любовью, тогда он может близкому человеку служить и получать благодарность от него. А если ему любви не хватает, то жажда в сердце горит его, пожар. Этот пожар он сам хочет, чтобы горел, и Бог ему дает этот пожар. Вы сейчас ждете счастья не от того, понимаете? И поэтому вы будете гореть дальше опять. Вы идете в пожар сейчас. В первом случае вы вообще просто выскочили быстрее, потому что вас кто-то полюбил, потому что надоело быть одной. И увидели, что у человека не хватает качеств, чтобы быть мужем. Разочаровались в этом человеке. Не хочется жить со слабым человеком. Нашли сильного человека, который... Сильный человек — это сильный человек. Он будет отстаивать свои права. Если вы хотите сильного, он сильный, он отстаивает свои права. А вы отстаиваете свои. И вы думаете, да пошел ты, мои права лучше, я же женщина. И бросили его, второго. Потому что вы не понимаете, что человек в семейной жизни должен не отстаивать свои права, а помогать осуществлять близкому человеку его права. Это не означает унижение. Не нужно это делать из унижения. Просто заботиться о нем, вот ему что-то хочется, ну хорошо. Если он обнаглел, значит его воспитывать. Но если вы распускаете свои желания и дальше ставите такой принцип, если ты не выполняешь, пошел вон. А вы именно так действуете сейчас, у вас это уже укоренилось в сердце. Вы сначала с первым попробовали, теперь видите, получается. Теперь решили со всеми так пробовать. У Бога мужиков завались. Но он их всех любит. И он сейчас будет думать, третьего вам давать или нет, на растерзание. На растерзание, понимаете? Успокойте свое сердце. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну ладно, мои хорошие, уже пора нам поговорить о судьбе. Вчера на лекции были одни мои знакомые, они сказали, что лекция была хорошая, но очень много было информации чисто о судьбе, а о духовной жизни мало. Кто еще так считает? А кто считает, что была хорошая лекция? Я согласен с вами, что лекция была не такая хорошая, те, кто подняли руку, потому что я мало говорил о Боге. Я больше говорил о каких-то технических вещах. Сегодня будет такая же нехорошая лекция, что я обещал поговорить вам о как распознавать судьбу. Но в конце я немножко поговорю о духовной жизни с вами. Итак, мы вчера говорили с вами последовательность событий, которую надо в себе распознать. И вот некоторые люди, они даже продиагностировали стадию победы над судьбой, стадию приближения к победе над судьбой. Вы так серьезно информацию восприняли и начали уже
смотреть по своей жизни, как чего. Еще раз вам повторяю, если вы очень сильно чувствуете, что кто-то виноват в вашей жизни, то это значит, что вы никогда не победите судьбу, пока вы не поймете, что виновата ваша судьба, и потом, что виноваты вы. Вот, допустим, молодого человека произошли очень тяжелейшие события в жизни, которые мало кто вообще может выдержать. Но при этом он, как бы, у него есть судьба на это все. То есть он совершал определенные неординарные поступки в прошлой жизни. Он молился Богу, отрекался от всего, говорил: «Я не хочу никакого материального счастья». Он очень жестко поступал в этом плане, отрекался от всего, что Бог ему давал материального. И теперь, а потом в конце жизни сломался и как бы не смог дальше отрекаться. И в этой жизни, теперь так как он отрекался, он же хотел этого, Бог теперь у него все забирает, говорит: «Ты хотел, получи». А он уже этого не хочет. Он говорит: «Я хочу счастья, почему ты меня забираешь?» «Потому что ты хотел другого». Поэтому, мои хорошие, подумайте очень сильно, когда вы чего-то хотите, кроме Бога, сильно очень, требуете. Вы сильно подумаете, надо это или нет. Потому что может так случиться, что вы потом перехотите, а будет уже поздно. Потому что если человек сильно желание какое-то культивирует в своей жизни, то это, несомненно, будет сбываться вопреки его воле потом. Так действует судьба. Вот сильное желание отречения — это опасное желание, когда это преждевременно в сердце происходит. И также сильное желание личного счастья — очень опасное желание. Оно потом вызывает бурю страданий. Потому что человек должен развиться как личность, означает отречься от своего счастья и дарить счастье другим. Когда человек начинает дарить счастье другим, он становится счастливым. А когда человек стремится к счастью, он становится несчастным. Так устроен этот мир. Мы ничего с этим не сможем сделать. Итак, вот смотрите. Прежде всего я хотел бы вам сказать, что судьба диагностируется многими вещами. Например, вы родились женщиной. Это означает, вот у вас женское тело. Это означает, что у вас определенная судьба. Она уже диагностирована самим телом. То есть, что у вас за судьба? У вас судьба такая, что ваша психика будет очень ранимая. Главная трудность в вашей жизни — это будет страх, особенно перемен, чего-то нестабильного в жизни. Страх незащищенности. Это просто дает, ну, само женское тело такую судьбу. Вы будете чувствовать, что вам хочется защиты, и вам хочется очень нежного, деликатного отношения к себе, очень нежного и деликатного отношения. И вы даже думаете, что мужчина должен об этом знать, что именно с вами надо вот так очень мягко, нежно, так и деликатно обращаться. Но вы даже не подозреваете, что он не то, что не знает об этом, он даже не догадывается. Потому что у него психика совершенно по-другому построена. Он не понимает, что надо вот женщины так себя деликатно вести. Ему кажется даже это унижение. Вот она сама истерит, а я должен ходить и с ней деликатно себя вести. Ну то есть ваша судьба так работает, женщины. У вас ленивое тело. Это значит, что его трудно заставить зарядку делать. Вот. Ваша психика не любит есть, она любит пробовать. Вам нужно вот... Вы не сможете есть все подряд. Вам нужно кушать то, что нравится только, и все, так устроено тело. И вы также не сможете носить на себе все подряд. Вам придется носить только то, что нравится. А если вы наденете то, что не нравится, будете мучиться. Вам надо спать на мягком. Потому что если вы будете спать некомфортно, вы не заснете. Потому что так устроено тело. Вы скажете: что это за тело такое вообще, как бы? Я уже замучилась с ним. Это ему не нравится, то ему не нравится. Ему надо всегда тепло, чтобы было. Никакого ветерка. Вот. Нужно бережное отношение. Чуть не так дотронулись, уже мне плохо. Некоторые женщины не любят, когда шум звучит, им хочется тишины. Некоторые не любят, когда свет неправильный. Следующие не любят, когда запах не тот. Кому вот здесь некомфортно женщине сидеть в зале? Поднимите руку. Видите, сколько женщин? Некомфортно.
Ну, видите, не доработали зал. То есть для женщин невозможно его доработать. Потому что если сделать абсолютно комфортно, как кажется, то другим женщинам уже будет некомфортно. Они тоже будут страдать точно так же. В чем заключается ваша судьба? Вы рождены для любви. То есть вы хотели в прошлой жизни гармонии, нежности и любви. Вы хотели такой жизни. И поэтому получили женское тело. Это уже диагностика. Теперь, если человек рожден для любви, для семьи, для гармонии, для нежности, для близких отношений, человек рожден для этого, должен ли он брать, рубить свою психику и идти развиваться для того, чтобы заниматься работой, вот, развиваться в бизнесе слишком сильно? Должен или нет? Вот в чем вопрос. Задайте себе этот вопрос. Если вы рождены для семьи, зачем вам разрушать свою природу? Ваша природа предназначена для близких отношений с детьми, с мужем. И если вы получаете эти близкие отношения, то тогда дальше вы можете искать себе работу. Потому что в этом случае ваша психика будет устойчива, понимаете? У меня к вам вопрос. Можно посадить курицу в клетку, чтобы она не беспокоилась? Нет, она будет там беспокоиться. Но если у курицы есть яичко, то ее даже не надо сажать в клетку, она сама будет сидеть. И так курица постоянно она бегает. Потому что психика беспокойная. Она родилась курицей. Но петух, он не бегает, он стоит и смотрит за всем, следит. И когда курицы не туда бегут, он они раз, назад. Но когда курица снесла яичко, она ко-ко. Нет. Ко. Успокаивается. Некоторые женщины спрашивают меня: Олег Геннадьевич, я постоянно меняю работу, то одна, то другая. Я прихожу на работу, у меня сначала все хорошо, потом я устаю, потом мне надоело, потом я ухожу. Может быть, это не моя природа здесь работать? Я говорю, ваша природа. Она говорит, тогда в чем дело? Я говорю, потому что они ко-ко-ко, потому что нужно сначала выйти замуж. Нужно сначала, чтобы психика успокоилась. Когда женщина выходит замуж, то психика напряженная становится у мужика. Он уже беспокоится, потому что ей что-то, если не так, она винит его во всем. Раньше она свою судьбу винила и все время печалилась, что у нее нет мужика, которого можно винить во всем. А теперь он появился, и вот если что не так, она все время на него. Интересно, что Бог так устроил, что все согласны с этим. Например, если в семье скандал идет, все на стороне матери. Дети на стороне матери, родители на стороне жены. Вот. Собачка тоже в сторону, она гавкает на мужа, если он с ней ругается. И даже тараканы против мужчины уже в доме. Все защищают женщину в этом мире. Теперь они приходят к наставнику выяснить, кто не прав. И мужчина думает, ну это же очевидно, что она не права. И наставник тоже знает, что это очевидно. Но защищает женщину все равно. Видите, поэтому вы в личной жизни очень сильно защищены. Вас все защищают. И у вас есть чувство, что вы правильно все делаете, а он неправильно. И поэтому возникает спокойствие. Возникает чувство, что все хорошо, теперь у меня все хорошо в жизни. Спокойно. И когда ум у женщины успокаивается, она может искать себе работу. Никуда она не будет бегать, потому что ей работа все равно не будет нравиться. Хоть хорошая, хоть плохая. Потому что там деловые отношения, а женщина соткана из нежности, чувствительности и близких отношений. А деловые отношения ее напрягают. Она думает, что ее только здесь напрягает сначала. Потом в другом месте видит, что тоже напрягает. И так везде. Потому что сама природа деловых отношений напрягает женщину. Вы скажете, нет, меня не напрягает. Иногда бывает и так. Всякое бывает, но в целом, вот то, что я вам рассказал, это так устроено женское тело. И это диагностика судьбы.
Если вы говорите, а почему так, вот я не хочу так, это ваши проблемы. Вы хотели женское тело, получили женское тело. Распишитесь и живите в женском теле. Это означает, сначала надо стремиться к личной жизни, даже если у вас нет семьи, мужа нет. Вам надо очень близкие отношения устанавливать с разными людьми, с родственниками, с подружками. И тогда вы становитесь устойчивой, и тогда можете быть устойчивой на работе. Но если у вас нет семьи, и вы пытаетесь быть устойчивой на работе, это невозможно. Курица без яичка будет бегать и кудахтать все равно, потому что психика у женщины очень подвижная. Женщина по природе, у них очень подвижный ум. Она не может успокоиться, она все время беспокоится. Самара городок, беспокойная я. Такая природа у женщин, беспокойная природа очень. Но если она получает любовь, она раз сразу застывает и успокаивается. Пока любви нет, она беспокоится. Любовь есть, раз она успокоится. Так устроена женщина. Некоторые люди просто не знают, в какое тело они попали. Поэтому я вам говорю диагностику судьбы сейчас самых простых вещей, понимаете? Если вы в женское тело попали, значит сначала личная жизнь, потом работа. Иначе будет напряжение сильное внутри. Вы не будете выдерживать. Вы говорите, что-то я устаю, мне очень плохо, у меня постоянно усталость, напряжение. Потому что нет личной жизни, только работа. И работа выматывает женщину, она постоит быть красивой, красивой, некрасивой никому не нужна, поэтому это усугубляет ситуацию. Нужно сначала в личной жизни стать сильной, а потом уже работать. И на работу женщины ходят как на отдых, потому что для женщины это хобби, работа, отдых от семьи. Она устает дома, ей надо немножко снимать напряжение. Она снимает на работе. Для женщины личная жизнь более важна, и поэтому Бог сильнее наказывает женщину за то, что она разрушает семью. Когда мужчина уходит из семьи, то он всегда найдет себе другую. И там тоже будет мучиться, конечно же, но женщина не всегда может найти себе другого. Она, во-первых, у нее так психика устроена, что она несколько лет будет отвыкать от того, что она бросила. Она даже человека бросила, но ей придется несколько лет от него отвыкать, потому что ее психика держала отношения. Эта женская энергия держит отношения. И женщина исходит энергия любви, она держит отношения, женская энергия. И теперь ей надо перестраиваться, понимаете? И это требует времени. Несколько лет женщине нужно, чтобы успокоиться и дальше думать о новой семье. Поэтому и говорится в священных писаниях, женщине очень важно быть верной, не бросать ни при каких обстоятельствах мужа, потому что потом дорогая цена, понимаете? А если уже есть ребенок, то с ребенком еще тяжелее выйти замуж. Поэтому женщине очень важно не бросать близкого человека, терпеть. И Бог дал возможность женщине терпеть. Женщина сильно развита терпением. Мужчина, он как бы там пожил, здесь пожил. То есть у него психика, она легче принимает другую семью, привыкает. Но это нехорошо и для мужчины бросать. Но просто мужчине важнее другое, понимаете? У него другая цель в жизни. Это женская цель, семья. А мужчина, он тоже нуждается в этом, конечно же. Все люди нуждаются в семье. Нуждается в любви мужчина. Но ответственности у него меньше перед Богом за это. Поэтому вы удивляетесь. Что это он бросил нас, а ему как с гуся вода. Нашел себе другую. Потому что мужское тело. Женщина больше отвечает за сохранение семьи. Она должна ее держать. У нее больше возможностей. Женщина, если правильно себя с мужем ведет, он никогда не сможет ее бросить. У нее сил не хватит просто. Нужно учиться правильно себя вести. И женщине Бог дал знание об этом. У нее с детства у женщины огромные способности у любой женщины строить отношения. Она понимает, что такое отношения, разбирается с детства в отношениях женщина. Мужчина не разбирается в отношениях с детства. Не понимает. Женщина учит мужа, как правильно себя вести с ней. Она его приучает к себе. Говорит, вот со мной так нельзя, так можно, там и так далее. У женщины психика, она в отношениях не меняется. Ее вот как характер сложился в отношениях, так он будет себя вести. Мужчина может перестроиться.
Он может так себя вести в отношениях или иначе. Женщина может вести себя только так, как она себя ведет. У нее психика стабильна в отношениях, а у мужчины динамична. Поэтому мужчина должен принять характер жены. Он должен и распознать его, поэтому не надо близкие отношения сразу строить. Нужно распознать женщину, полгода пообщаться, распознать, что за характер. И потом понять, я тяну или нет. Потому что у женщины, у любой женщины сильный характер и тяжелый. Иногда мужчина справляется, иногда нет. Теперь, если вы хотели знания, победы над судьбой, хотели решимости, храбрости, хотели силы, хотели быть сильной половиной человечества, победителями, тогда человек рождается мужчиной. Бог ему дает тело не сильно чувствительное, способное совершать аскезы. Мужчина, в принципе, даже может и не болеть. Если мужчина очень сильно аскетичный, то есть он спит на твердом, закаливается, делает пробежки там или спортом занимается, его тело так устроено, что оно в принципе становится сильным и не болеет, мужское тело. Женское тело, оно очень чувствительно, всегда чуть болеет. Поэтому даже есть такой анекдот, что у женщины есть три стадии заболеваний. Первая стадия больна, вторая очень больна и третья вдова. То есть мужа замучила, он помер. Вот. Она все больна. Ну, то есть женщина постоянно болезненная. И не то, что это выдумка, действительно она болезненная по природе, потому что очень чувствительная. Но мужчина, он не болезненный. Мужчина болеет только в реанимации и выздоравливает в морге. Вот. Поэтому женщины должны следить за мужем. Если они видят, что он переутомляется там, ну, как пчеловоды, они следят за пчелами. Пчела, когда летит слишком далеко за медом, она помирает по дороге, потому что она сильно привязана к любви, к сладкому вкусу. И она не может отвлечься, даже если она уже обессилена. Точно так же мужчина сильно привязан к деятельности. Он не может отвлечься, и он будет вымучивать себя до последнего, пока не сломается. Поэтому женщина должна следить. Если видит, что муж ломается, она должна заставить его лечиться. Это ее долг. Мужчина имеет от природы хорошую волю, хорошие волевые способности. Если у женщины разум опирается на чистоту, если женщина чисто себя держит в жизни, она чисто одевается, аккуратно себя ведет, она омовение каждый день делает, она чистые отношения с людьми строит, не отдает свое тело кому попало, потому что отдавать свое тело означает загрязняться для женщины и терять разум. Ну, то есть если она чисто себя ведет, она способна диагностировать хорошо этот мир, эту жизнь, ее разум способен разбираться, что такое хорошо, что такое плохо. От чистоты это происходит у женщин. У мужчины сила разума преобладает, а не чистота. Мужчина, он может лишь ошибаться. Он не обязательно понимает, что хорошо, что плохо, но он с помощью поступков корректирует свою жизнь. Так маленький мальчик, он всегда пытается делать то, что не разрешают. Для того, чтобы разобраться во всем. Он лезет везде, во все дыры, все делает не так, как надо. И родители его постоянно ругают. Вот. Потому что у него такая природа, то есть он должен сам почувствовать боль или победу. То есть он... У него активная психика, у женщины пассивная психика, мужчина активная. Мужчина имеет целеустремленность от природы, храбрость. Ему надо найти свою цель в жизни. Самая главная трудность мужчины – это неразвитость или ощущение своей неполноценности. Отсутствие ощущения, отсутствие победы является главной трудностью в жизни мужчины и неуважение к нему со стороны других людей. Женщина страдает от страха и отсутствия гармонии. Мужчина страдает от несовершенства. Для мужчины сначала нужно развиться, потом создавать семью, потому что мужская красота — это и означает развитость. Мужчины думают, что женщинам важно там лицо, там и так далее. Это имеет значение, но второстепенное.
Женщинам важно, чтобы на мужчину можно было опереться, потому что красивый мужчина означает развитый, означает сильный разум, сильная воля, он имеет возможности финансовые и так далее. То есть женщина счастлива рядом с таким человеком сильным. Поэтому для мужчины главное стать сильным, и он сам это чувствует. Поэтому сначала мужчине надо развиться, потом создавать семью. Если он раньше создает семью, чем развился, то ему труднее уже развиваться. Потому что излишняя привязанность к женщине не дает мужчине быть сильным. Само половое желание мучает мужчину, ему хочется секса, наслаждаться женским телом. Женщина хочет защиты. У женщины тоже есть половое желание, но у нее больше развит тонкий секс, означает чувство комфорта, гармонии, нежности, теплоты, красоты. А у мужчины грубое половое желание. Ему нужно грубое отношение, эксплуатация женского тела. И если мужчина позволяет себе это делать, то он деградирует. Потому что хоть у мужчины и горит это половое желание, желание наслаждаться женским телом, оно же является главным разрушителем в жизни судьбы мужчины.